После пожара в Кемерове любой пожар вызывает сейчас у людей страх. В региональном МЧС просят жителей не драматизировать ситуацию и не поддаваться истерии. Число пожаров в Челябинской области в последние дни не увеличилось. Ситуация стабильная. Южноуральцы действительно просто стали чаще думать, как не пострадать от огня. Так, за три последних дня начальнику областного управления МЧС через сайт было задано больше вопросов, чем за предыдущие два месяца. Сейчас все прекрасно понимают, что этим пожаром уделяется самое пристальное внимание. Если, допустим, на прошлой неделе, позапрошлой неделе были там подобные случаи, когда были короткие замыкания в различных объектах, проводилась также эвакуация как сотрудниками МЧС, так и эвакуация до прибытия сотрудников МЧС. Но такого ажиотажа, такого внимания они не привлекали в население. Сейчас, конечно, они все внимание привлекают. При этом специалисты подчеркивают, при возгорании нужно немедленно звонить в МЧС и организовать эвакуацию, не допуская паники. Лучше заранее оговорить место сбора с коллегами на безопасном расстоянии от здания и там провести перекличку, чтобы понять, не задержался ли кто-то в горящем здании. Вот, конечно, люди разные бывают, да, кто-то выдержанный, кто-то не очень, кто-то смелый, кто-то не совсем, да, поэтому универсального рецепта, на мой взгляд, нет, но вот именно путем инструктажей, обучения, тренировок, да, то есть можно подготовить, ну, и сотрудников, и студентов к таким ситуациям, то есть, если, ну, не дай бог, конечно же, произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, то есть человек уже не будет паниковать, он вспомнит, да, меня этому учили, я знаю, что делать, ну и, соответственно, будет действовать более правильно. Многие сейчас вспоминают, как 20 лет назад, в 1999 году, когда в Печатниках и на Каширке взорвали жилые дома, москвичи оперативно собирали дружины и патрулировали подъезды. Продолжалось это недолго, но привычка обращать внимание на подозрительные предметы у людей осталась. Аналогичная ситуация и сейчас. Трагедия в Кемерово заставит людей выучить правила пожарной безопасности и соблюдать их.